Здравствуйте, наши уважаемые подписчики и просто здраволюд. С вами Перорист, и мы находимся на розыгрыше нашей лотереи. Всех приветствую и желаю, конечно, всем удачи. Уважаемые друзья, сегодня мы с вами узнаем, кому улыбнется фортуна. Не просто улыбнется, а даже засыпет его золотыми пиастрами. Итак, здесь сейчас будет этот розыгрыш. Но перед этим розыгрышем хочу сказать важную информацию. Друзья мои, как я говорил уже в предыдущем ролике, посвященной нашей лотерее, регистрация будет ровно двое суток. И будьте любезны соблюдать правила. Все люди, которые будут после моей отсечки, отсечка – это моя надпись, что регистрация в конкурсе завершена. Те люди, которые зарегистрировались уже после этого времени, к сожалению, в конкурсе допускаться не будет. Правила одинаковые для всех, и давайте будем их соблюдать. Итак, сейчас мы с вами узнаем, кто победил. И еще хочу сказать, к сожалению, те люди, которые играют в World Tank Blitz, розыгрышей у нас на эту игрушку пока нету. Но ничего, в скором времени, возможно, будет и там какие-то плюшки. А сейчас мы с вами узнаем, кто получит 1000 золота в игре World of Tanks. И не буду загружать вас личной информацией, а нажимаю сразу на кнопку «Поехали!». Итак, у нас с вами победитель Даниил Кололев. Но я извиняюсь, если что-то не так сказал. Даниил, поздравляю тебя. Самое главное, что ты сегодня победил, и фортуна тебе повернулась лицом, а не еще каким-нибудь странным местом. Ну, наверное, не ожидал, да, что победишь. Еще раз поздравляю тебя. Желаю тебе хороших игр в этой игрушке, посвященной стальным вот этим монстрам. Но, друзья мои, не надо сейчас жать на паузу и с таким расстройством кидать какие-нибудь свои гаджеты в сторону. У меня для вас сюрприз, к сожалению, или к радости остальных. Мы с вами узнаем сегодня еще одного победителя. Да-да! Вот такой поворот событий. Я даже сам с утра еще не знал, что будет победителя сегодня два. В честь нашей лотереи, которая продолжается и которая вышла в эфир сегодня, что мы ее опять начали, мы решили, что победителя сегодня будет два. Итак, уважаемые друзья, я нажимаю на кнопку «Поехали», и мы с вами узнаем второго победителя. Итак, поехали! Итак, у нас Павел Кутузов. Паша, наверное, ты не ожидал, что тебе повезет. Не вижу твоего ника. Паша, как же так случилось? Где же твой ник? И 1000 золота прошла мимо тебя. Тебе, конечно, все нравится. Спасибо тебе за это. Но ника нету. И, как говорится, правило для всех. К сожалению, Паша, я нажимаю еще раз кнопку «Поехали». Итак, вторым победителем у нас становится Дмитрий Гаврилович. Вот это да! Мы видим с вами его ник. Побольше он нам желает таких розыгрышей. Ну что, Дим? Дима, поздравляю тебя! Наверное, не ожидал, что ты сегодня будешь победителем, даже если и вторым. Поздравляю вас всех! Самое главное, желаю оставаться вам здоровыми, ведь здоровье не купишь ни за одни деньги. А с вами был Феррорист. Смотрите наш канал, и вам обязательно повезет. Всем пока и удачи!